Анкорцин – это новый уникальный продукт на основе черных антарктических дрожжей. Это уникальный регулятор организма на всех уровнях – молекулярном, клеточном, тканевом и организма в целом. Применяется при нарушении обмена веществ, для регуляции гормонального баланса. Анкорцин – это новые возможности в сохранении и восстановлении здоровья. Оказывает заживляющее действие при язвенных поражениях желудка и кишечника. Анкорцин способен проходить через все биологические барьеры, проникает внутрь клеток и восстанавливает нарушенное клеточное равновесие. Анкорцин увеличивает эффективность проводимой терапии. Анкорцин имеет онкопротекторные свойства, препятствуя патологическому перерождению тканей организма и предупреждая рецидивы и метастазы у онкологических больных. В последние годы во всем мире растет интерес к так называемым экстремофилам – микроорганизмам, живущим в сверхнеблагоприятных условиях. Интерес обусловлен тем, что экстремофилы способны синтезировать вещества и органические структуры, обладающие мощным защитным и восстанавливающим. Таковы черные антарктические дрожжи на целом. Отсутствие почвы, только скальная порода, сильнейшие шквальные ветра, низкие температуры, часто ниже минус 70 градусов Цельсия, перепады влажности и жесткое ультрафиолетовое излучение. Как выживают и размножаются дрожжи на Цанелия нигра в таких условиях? Благодаря способности синтезировать особый полифенолкарбоновый комплекс ПФК на 95%, состоящий из эумеланина. Этот комплекс обладает мощнейшим восстанавливающим и защитным действием. Уникальный штамм Цанелия нигра в том, что эти микроорганизмы выделяют ПФК, содержащий эумеланин, во внешнюю среду в виде гранул. Родина дрожжевого микроорганизма Цанелия нигра – остров Галиндес в Антарктике. С 1996 года на острове находится Украинская антарктическая станция «Академик Вернадский». Сотрудники станции привезли Цанелию нигру на фрагменте скальной породы в Украину. Ученые Украинского антарктического центра Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Института микробиологии и вирусологии Национальной академии наук Украины выделили штамм уникальных микроорганизмов, изучили его. Была разработана уникальная технология для выращивания Цанелия нигра в искусственных условиях. Моделируется воздействие по жесткости, не только не уступающее, но и значительно превышающее природное. Это дало возможность создать уникальный продукт – анкорцин. Thank you.
Thank you.
Thank you.